Притусик, ты вовремя как раз к сладенькому. Ого! И кто это подарил? Дима или Вадик? Не помню, какая разница. Так. Ой, прости. Будешь кусочек? А, нет, спасибо большое. Я хотела отпроситься пораньше. У меня сегодня плановый осмотр, диспансеризация. Не вопрос. На сегодня запись еще есть? Нет, я никого не записывала, а опись по наследственным сделала еще на прошлой неделе. У меня золото, а не помощница. Олежек заедет? Да нет. Зачем? Ну, не знаю. Возможно, потому что у его жены важное медицинское обследование, и после ей понадобится его поддержка. Или скажешь, я не права? Все не так просто. Олег не любит больницы и очень за меня переживает. Ирина Петровна как-то при нем сказала, что у меня ЭКГ ухудшилось. Так он целый месяц ко мне не прикасался. Так что лучше уж я там сама. Ты сейчас так убедительно сказала, что я на секунду забыла, что это у тебя больное сердце, а не у него. Лер, выйдешь замуж, поймешь меня. Я замуж, Ритусь, я нотариус. Я тут на такие парочки насмотрелась. Хорошее дело, браком не назовут. Так что я пас. Все, побежала. Угу. Держись. Спасибо. Я же говорю, я не могу сегодня. Будет поздно, я не успею приехать. Хорошо, давай завтра. Но только днем, у меня все-таки семья и дети. Осторожно! Мишенька! Мишенька! Мишенька, дорогой! О, Господи! Ты чего? Милый, ну нельзя же так. Ты чуть по машину не попал, ты понимаешь? Да ладно, мам. У тебя же еще Светка есть. Глупости не говори. Мам, прости. Спасибо вам большое. Я на 3 минуты отвлеклась. По работе поговорите. Ничего страшного, с любым может случиться. Главное, что все в порядке. Ты осторожней, хорошо? Угу. Спасибо еще раз. Идем. У нас с тобой уже Вика заждалась. Я тебя очень прошу, Мишенька, ну смотри по сторонам. А ты за братом смотри, хорошо? Хорошо, мам. Задержите дыхание. Ровненько дышим. Все. Так, митральный клапан. Ну, что там, бьется? Бьется, бьется. Не больно? Нет, я уже привыкла. Знаю, через 15 минут уберу. Спасибо большое. Все задачки решаешь. Да. Вы же меня и научили. Успокоиться и отвлечься. Когда это было? Лет 15 назад. Вот с тех пор и решаю. Прохожу уже университетскую программу по высшей математике. Все плохо? Пока не знаю. Нужно дождаться результатов вчерашнего МРТ. Они завтра будут. На самом деле, я очень хорошо себя чувствую. У меня столько сил не было никогда, даже в детстве. Ну, я рада это слышать, но мы будем ждать МРТ. Да, конечно. Ирина Петровна. А если результаты будут хорошими, можно мне рожать? Я очень хочу ребенка. Рита, мы уже это обсуждали. Да я понимаю. Просто Олег, он... С ним все не так. Вот вроде бы как было, но что-то не так. Я думаю, может, это из-за того, что у нас детей нет. Ну, что за семья без детей? Я кардиолог, я не психолог. Но если отношения с мужем испортились, ребенок здесь не поможет, поверь. Ладно, я вам папу привет передам.
Как он? На боевом посту? Ну, можно и так сказать. Значит, до завтра. До завтра. Кража, кража, кража. Грабеж. Светицкий, у вас тяжкие телесные на международный. Информация о состоянии потерпевшего есть? Значит, жить будет. Хорошо, пусть живет. Так. ДТП. Три машины. Есть пострадавшие. Привет, а ты скоро домой? Задерживаюсь. У меня встреча с клиентами. Встреча? Полдевятого уже. Рит, ну у меня, между прочим, ненормированный рабочий день. Это тебе не бумажки за нотариусом перекладывать с 10 до 7. Да, прости, понимаю. Ты меня, пожалуйста, не бери, когда будешь ехать, хорошо? Ладно. Что? Уходик. Ну, когда ты его расскажешь? Жанночка, ну не могу я сейчас. Ну, у нее же сердце больное. Вот именно. Она больная. А ты у меня молодой, перспективный. Ты заслуживаешь чего? Лучшего. Может, ты ее когда-то любил, но сейчас ты любишь кого? Тебя. Я не знаю, как ты хочешь детей. Она тебе их может дать? Врачи запретили. Говорят, сердце может не выдержать. Вот. Ты же какая веская причина для развода. Ей сейчас вообще волноваться нельзя. В любой момент может умереть.
Привет, любимая. Заработался. Устал? Будешь есть, я разогрею. Не хочу. Спать пойду. Клиент такой попался. Всю душу вымотал. Может быть, чай? Ну, если только с мятой. Конечно, с мятой. Садись. Ну вот опять этот клиент пишет. Что за люди? Ни стыда, ни совести. Я сегодня видела женщину с детьми. Это у нее дочка старшая, лет 15. Так же, как ты, из телефона не вылезал. И что? Чего? Просто напомнил. А мальчик младший такой маленький, серьезный мужичок. Я вот думаю, какие у нас будут с тобой дети. Рит, ну какие дети? Тебе же врач запретил. Чего ты опять начинаешь? Врач запретил. А я бы рискнула. Рискнула бы она. А если ты умрешь во время родов? Куда я денусь с младенцем? Ты подумала об этом? Подумала. Будешь его растить, воспитывать и любить. Рит, ребенку нужна полноценная семья. Ну как он без матери будет расти? Ну, и вообще, зачем мы сейчас это обсуждаем? Давай хотя бы дождемся результатов твоего обследования. Когда они будут готовы? Завтра. Ну вот. Давай завтра и поговорим. Хорошо? Угу. А, все. Спокойной ночи. Какой иначе. Рит, вынуждена тебя огорчить. Динамика отрицательная. Да я уже с Олегом про ребенка говорила. Какой ребенок, Рит? У тебя сердце может остановиться в любой момент. Любой. Это очень серьезно. Да у меня с детства все серьезно. Врожденный порок сердца. Консервативное лечение невозможно, а хирургическая коррекция неэффективна. Все правильно. Я тебя предупреждала. Чудес не бывает. Настанет момент, и тебе придется вернуться в клинику. Только в стационаре ты можешь дождаться трансплантации. Ирина Петровна, я с 10 лет стою в очереди. Мне сколько здесь лежать? 5 лет? 10, 15? Не знаю. Но стационар – это единственная возможность. Нет. Я половину жизни провела в больницах. Хватит. Рита, ты понимаешь, что ты можешь умереть в любой момент? А вы понимаете, что лежать на больничной койке почти без движения в одиночестве – это не жизнь.
Привет, пап. Ну что, уже закончили? А что так рано? Да я вчера-позавчера все сделала, так что сегодня только результат узнавала. Ну и как там у нас? Стабильно. Без изменений. Так что зря примчался с работы. Я-то примчался. А Олег твой где? Пап, Олег на работе. Где ему еще быть? Не начинай, пожалуйста. Все-все. Молчу. Ты у меня девочка взрослая, сама все решаешь. Сама-сама, да. Только на юридический ты меня устроил. Ну, куда мог, туда и устроил. Зато ты на экзаменах не нервничала. Я на экзаменах не нервничала, потому что готова была к ним всегда хорошо. Ну, видишь, как все совпало. Даже никому из знакомых ни разу звонить не пришлось. Ой, любишь ты, пап, держать себя под контролем. Ладно, я поеду. А ты что, пойдешь к Ирине Петровне? Нет. Узнавать, как мое сердце? Ну, ты же сказал, что все стабильно. Я тебе верю. Хорошо. Хорошего дня. Какие новости? А по области? Уголовка или несчастный случай? Опера на месте? Соединить сможешь? Да, слушаю. Да черт его знает, что случилось. То ли несчастный случай, то ли самоубийство. Вроде жива, но зрачки не реагируют. Хорошо. Сообщу. Ваши документы готовы. Благодарю. Все, теперь этот мерзавец ничего не получит после моей смерти. Я сожалею, но завещание можно спорить. Может быть, вам просто развестись? Просто? Он нашел себе девицу. Да, он в нее влюбился. Да, но мы прожили с ним 35 лет вместе. 35. Вы не понимаете, каково быть с разбитым сердцем. Только малышка меня понимает. Простите. Спасибо. Пойдем, мама купит вкусняшек. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте. Вы по записи? Нет. Но у меня очень важное дело. Что это? Простите, но я не понимаю. Это мой ребеночек. Срок 11 недель. Ну, я вас поздравляю. Но зачем вы пришли с этим к нотариусу? Я пришла лично к вам. Я беременна от Олега. Простите, это ужасно говорить, но я люблю вашего мужа. А он любит меня. Просто Олег... Как бы вам это сказать? Он очень порядочный. Боится вас оставить. Боится, что ваше больное сердце просто не выдержит. Он это вам рассказал? Отпустите его. Пожалуйста. Он же сам не уйдет. Он бережет вас. И потом он человек. Заслуживает счастья, настоящую семью. Да, со мной у него, значит, семья не настоящая. Олег мечтает о детях. Я здоровая, могу выносить и родить. А вы извините, можете стать матерью? Пойдите, пожалуйста, немедленно. Отсюда, вон. До свидания. Рита, Усь, пойдем перекусим, а? Рита! Вызывай скорую, Леся! Дыши, Рита, дыши, ну, скорую давай! Здравствуйте.
сок апельсинового захотелось. Принеси, пожалуйста. А со мной Олег побудет. Сейчас иду, сейчас. Как ты? Не надо на меня так смотреть. Я сам про ребенка узнал всего час назад. И я ее к тебе не посылал. Вот на этом спасибо. Да, я тебе изменил. Это подло, да. Но я не знал, что меня ждет, когда я женился. Ты знал, Олег. Ты знал, что у меня порок сердца. Ты знал, что мне врачи рожать не дадут. Ты это все знал. И я не знал, что буду жить среди лекарств, как в аптеке. Что ты будешь падать в обморок при малейшей нагрузке. Я устал бояться, Рита. Бояться, что ты можешь умереть у меня на руках. Хватит оправдываться. Ты сделал то, что сделал. Ну, назови меня подонком, если хочешь. Но я не смог устоять. Я впервые за 10 лет занимался с женщиной любовью и не боялся, что она умрет. Давай, пожалуйста, без подробностей. Я поняла. Тебе надоело жить с инвалидом. Прости. Уходи. Будь счастлив. А тебя ждет, наверное. Прости. Сегодня днем несчастный случай был. Женщина молодая с обрыва сорвалась. Я в курсе. Скорая везла ее в центральную, но испугались, что не довезут, и привезли ее к нам. Она в реанимации. Как она? Консилиум констатировал смерть мозга. Давайте ее проверим. Может, она Рите подойдет. Николай Васильевич, остановитесь! Это не набор органов. Умер человек. Я ее проверила. Она подходит. Но муж не дает разрешения на трансплантацию. Мне очень жаль. Добрый день. Здравствуйте. К вам сегодня привезли девушку после несчастного случая. Падение с высоты. В какой палате она лежит? А вы ее родственник? Нужно опросить ее мужа. Он же здесь? 308. Из лифта налево. Спасибо. Сошли, что ли? Я вас спрашиваю, вы с ума сошли совсем? У меня жена жива. Она жива и скоро очнется. Нет, ее мозг мертв. Вашу жену уже не спасти, а моя дочь может жить. Уходите. Уходите отсюда, я сказал. Нет. Она моя последняя надежда. Вы понимаете, что я не могу этого сделать. Я не могу ее отключить. У меня дома двое детей, что я им скажу. Я не знаю, что им говорить. Где мама, что с ней случилось вообще. Я не знаю, что с ней. Я читал сводку с места происшествия. Скорее всего, несчастный случай или с
Самоубийство? Да какое самоубийство? Вы совсем что? Ну какое самоубийство? Она не могла с собой покончить. Что она делала вообще в этом овраге? Если ее убили? Наташа вам этого не расскажет, а я могу помочь. Я работаю в органах. Я вам организую следователя. Лучше в области. Он носом землю рыть будет, только дайте согласие на донорство. Уходите отсюда. Ее мозг мертв. Консилиум подтвердил. Николай Васильевич, уходите отсюда, или я вызову охрану. Я помогу со следствием. Я обещаю. Это правда? Да. Это правда. Мне очень жаль. Извините за эту ситуацию. Не ожидала, что он к вам сюда придет. Но этот человек, он в отчаянии. Его единственная дочь умрет без донорского сердца. Ей сейчас очень плохо. Наташа точно в себя не придет. Ведь люди выходят из комы. Кома – это полное отсутствие сознания при живом мозге. А Наташа, увы, не очнется. Ее мозг мертв. Мне очень жаль. Подождите. Я согласен на пересадку. Спасибо. Это очень благородно с вашей стороны. Я распоряжусь, что подготовили все документы для вас. Спасибо большое. Визитку оставьте. Да, конечно. Спасибо еще раз. Жан. Любимый. Подожди. А ты правда беременна? Думала, что да. Тест положить. Но сейчас вот от гинеколога и оказалось, что нет. Просто сбой цикл. Зачем ты к ней пошла? Она же может умереть. Ты что, не понимаешь? Понимаю. Но ты же сам сказал, что она может умереть в любой момент. И это произойдет вне зависимости от того, скажу я или нет. Ты же у меня самый добрый. Ты у меня самый хороший. Ты просто не смог ей сказать. А я сказала. Потому что не могу без тебя. Где Олег? Ушел. Как ушел? У него жена в больнице в непростом состоянии. Вовчик, пожалуйста, давай мы не будем сейчас об этом говорить. Хорошо.
Хорошо, хорошо, хорошо. Не будем про Олега, не будем. Здравствуйте. Добрый день. Как состояние? Так, Лерочка, температура, давление. Давайте, я помогу. Так, так. Аллергии на лекарственные препараты не выявлено. Сделаем ЭКГ. Простите, а что происходит? Как что? Подготовка к операции. Нашли вам сердце. Радуйтесь. Добрый день. Привет, Рит. Операция прошла успешно. Теперь отдыхай, набирайся сил и настраивайся на работу. Впереди реабилитация. Она справится. Я на минуту. Ахим Вадимович, Светицкий успокоит. У тебя дело в производстве есть, пострадавшая Игнатова. Личная просьба, отдай его Дмитрию. Да знаю, поэтому и прошу. Ну, он у тебя лучший следак, пусть разберется. Буду должен. Спасибо, Асиадим, спасибо. Завтра познакомишься со своим реабилитологом. Настраивайся минимум на 3 месяца. Видишь, с этой лестницей я справилась. А я в тебе не сомневалась, я за себя переживала. Господи, а теперь что, вообще нельзя за тебя подержаться? Все-таки, каков поганец, а? В такой момент уйти. Уже и на развод, поди, заявление подал. Пап, все еще сердишься. А я уже забыла. А я нет. За 3 месяца ни разу в больницу не пришел. Апельсинчика не принес. Вы 10 лет женаты. Ну, Николай Васильевич, ну чего вы? Может быть, человек умер. Вы, кстати, сводки проверяли. Слушайте, Лер, пап, я понимаю, вы сердитесь на Олега, и вы, конечно, правы, но я не хочу о нем больше говорить. Все, он сделал свой выбор.
Рит, то есть это не выбор называется, а подлость. Пап, хорошо, пускай подлость, но пойми. Мое новое сердце — это как в лотерею выиграть. А я не хочу утратить свой выигрыш на человека, который меня не любит. Ну и правильно, ну и молодец. И Олежек не заслуживает того, чтобы ему даже морду набить. Вперед, к светлому будущему! Все. Ну вот я и дома. Наконец-то. Так, тапочки. Опчик, спасибо. Все, давай. Пойду сейчас, чай давай. Поставлю. Ну? Рита! Николай Васильевич! Слушайте, это отлично. Теперь в этой квартире нет ничего лишнего. Олег и сам ушел. И вещи свои забрал. Начну жизнь с чистого листа. А как по мне, ведь ее морды Олежек все-таки заслужил. Николай Васильевич, если я его встречу, ненароком не сдержусь. Отмажете по старой дружбе, а? И сам еще добавлю. Ужин для тонких и звонких. Нормально? Мне нравится. Жан, а у нас есть соевый соус? Дорогой, соевый соус – это отечность и нагрузки на почки. Приятного аппетита. Может, меня снимешь для своего блога? Откроешь рубрику «До и после». Это же нравится подписчикам. А давай как-то в другой раз. А почему не сейчас? Чем в другой раз будет отличаться? Ты же сама говорила, что на реальные истории приходят реальные подписчики. Да, говорила. Ну? Только подписчики не приходят к любовницам женатых мужчин. Ну чего ты, милая? Я же люблю тебя. Любишь меня, а женат на ней. Мы встречаемся полгода, живем вместе 3 месяца, а ты до сих пор так и не сделал свой выбор. Ну так она в больнице лежала, ну как я мог разводиться? Как-то неудобно. Человек же все-таки болеет. А тебе что, не жить теперь, пока она болеет? Вдруг она целый год будет в больнице лежать? Ну, пожалуй, ты права. Нечего тянуть. Завтра подам заявление. Ура! Ура, 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 ура! Кстати, у меня есть адвокат, очень хороший, по разделу имущества. Обратишься к нему? Ну, да. Ты кушай, кушай. Рит, скажи, ты по работе не скучаешь? Не хотела бы выйти хотя бы на полдня? Ну, чего тебе дома сидеть, куковать, а? Ты с ума сошла? Конечно, выйду. Я 3 месяца в больнице и общалась только с врачами. Конечно, мне хочется с нормальными людьми пообщаться. Отлично. С нормальными? Лер. Ася. Скажи, а ты веришь в то, что между донором и реципиентом может установиться связь? В смысле?
Связь с загробным миром? Нет, не с загробным. Так, что тебя тревожит? Сон. Я до операции вообще снов почти не видела. А сейчас мне каждую ночь снится один... Кошмар? Не совсем кошмар. Я вижу мальчика и девочку, которые зовут маму. А потом возникает такой черный силуэт, мужской. И я просыпаюсь. А ты их видела? В смысле, мальчика, девочку и мужчину, чей силуэт? В смысле, в реальности видел? Я не знаю. Там все очень нечетко, я не могу разобрать, кто верит. Я просто думаю, а что если у моего донора осталось какое-то важное дело здесь, незавершенное? Что если я должна что-то сделать? Рит, у тебя стресс. Ты горстями сейчас таблетки глотаешь. Твой организм принес огромное-огромное потрясение. Неудивительно, что он функционирует несколько не так, как ты привыкла. И в первую очередь. Ну, а связь с донором верят только сектанты. Ты же не сектант. Или... Да нет, конечно. Слава богу. Вкусненько. Ирина Петровна. Рита, ты здесь так рано? Что-то случилось? Случилось. Что? Головокружение, слабость? А, нет-нет-нет. Я чувствую себя хорошо. Ирина Петровна, кто мой донор? Прости, Рит, но я не могу сказать. Ну, вы же должны знать, вы же оформляли документы. Да, но я не имею права. Это лишняя информация, поверь мне. Откуда вам знать, что для меня лишнее, а что нет? Ты понимаешь, что твой донор погиб? Зачем тебе знать, кто это был и как это произошло? Ты хочешь обзавестись чувством вины? Нет. Я хочу помочь семье. У семьи, даже если она была у твоего донора, сейчас горе. А ты жива и практически здорова. Это очень сложный психологический и этический момент. Именно поэтому такую информацию разглашать запрещено. Прости, Рита. Я не скажу. Алло, пап, привет. А ты сейчас на работе? Отлично. Я к тебе подъеду. Добрый день. Как у вас? Вот как. А что это? Это вы мне объясните, что это такое? Это вы мне обещали помочь разобраться, почему Наташа погибла. Да? А ваш лучший следователь отказывает в возбуждении уголовного дела. Вот, пожалуйста. Признаков состава преступления не обнаружено. Несчастный случай или попытка самоубийства. Какая попытка самоубийства? Наташа не могла покончить с собой. Простите, я не знаком с делом и не в курсе подробностей, но это дело вел Дмитрук. Он лучший следователь в области. Я очень сочувствую вашей утрате. Что? Вы пьяны?
Кирилл, я понимаю, у вас горе, но я думаю, сейчас вам лучше отдохнуть, потом мы все обсудим. Трепло. Привет, пап. Привет. А кто это был? Да ерунда. Мало ли у нас граждан, недовольных работой полиции. Пап, пойдем. Нам с тобой поговорить нужно. Пойдем. Пап. Это женщина. Игнатова Наталья Юрьевна. Она мой донор. А мужчина, который к тебе приходил? Муж. Почему вы с ним ругались? Мы не ругались. Он был недоволен, что следователь отказал в возбуждении уголовного дела по факту гибели его жены. А почему он к тебе с этим пришел? Я пообещал помочь ему с расследованием, если он согласится на изъятие сердца для трансплантации. Я выполнил обещание. На это дело поставили лучшего следователя. Лучшего в области! Пап, не кричи. Почему следователь отказал? Не нашел признаков состава преступления. Значит, нет на ней следов насильственной смерти. Или несчастный случай, или суицид. Муж не верит. Ну а что, если Кирилл Васильевич прав? От Кирилла Васильевича водка разит. А время он, сама видишь, какое. Папочка, я считаю, что если ты дал слово, ты должен его сдержать. И сам все проверить. Я не знаю этого следователя Дмитрюка. А тебя я знаю, ты ничего не упустишь. Рит, ну я уже давно не следователь. Да, но это не мешает тебе сдержать слово. Пап, пожалуйста. Для меня это очень важно. Ладно, я придумаю что-нибудь и сам лично все проверю. Рита, прошу тебя только об одном. Не лезь в это дело. А я вот, вы знаете, хочу переехать куда-нибудь за город пожить. Езжу, смотрю на дома, на людей. Вы, наверное, всех здесь знаете, да? Ну, может, и знаю. А что? Вот так. Разбилась на смерть. Такая хорошая женщина была. И добрая, и отзывчивая. А детей как любила. Кошмар какой.
И не говори. И ведь только на постоянную работу устроилась. Раньше-то она с Мишей сидела. Болел он у нее часто. Муж, наверное, хорошо зарабатывает. Как его зовут? Кирилл. Ну, так старается. Года 3 назад он из банка уволился с работы, а потом столяром решил стать. Там же можно больше заработать. Mm. И что, и как они сейчас, после смерти Наташи? Плохо, как еще? Кирилл так сильно переживал, что аж запил. Только вот что я тебе скажу. Изменяла ему Наташка. Да ладно? Ага. А за неделю до смерти она с работы возвращалась и ко мне зашла вот с такущим букетом роз. И домой не понесла. Мне оставила. А что сказала? Ну, мол, у Миши аллергия, домой понести не могу, а выкинуть жалко. Только все это вранье. Ну, точно тебе говорю, любовник подарил ей цветочки. Ну, а что, если у Миши правда аллергия? Ты пойди посмотри, какой цветник разбит возле их дома. Аллергия. Здравствуйте, есть кто-нибудь? Добрый день. Хозяева. Вам что надо? Вы кто? А, здравствуйте. Я... Чего? Я начинающий репетитор по алгебре. Я ищу учеников. Вот думала, может быть... Вы хотите посмотреть? Вы еще репетитор? По чужим домам ходите? Ну, личная встреча, это же лучше, чем заочная. Что, научиться? Нет, что вы, я правда, я могу вам задачу решить, хотите? Папа, смотри, какой мне тетя Вика новый робот купила. Осторожно! Мишенька! Мишенька! Мишенька, дорогой! Вика, ну, что происходит, а? Ну что я опять не то сделала? Ну, просила тебя не заваливать детей подарками. Это не подарки, это гуманитарная помощь. Что значит гуманитарная помощь? Ты на что намекаешь? Пап, не ругайся. Тетя Вика заботится о нас. Спасибо. Найдешь. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Рита. Репетитор по алгебре, начинающий. Отлично. Свете как раз нужен преподаватель по математике. Ну какой преподаватель по математике? У меня нет денег сейчас на преподавателя по математике. С ним все равно разговаривать бесполезно. Мишустик, Света, пока! Пока! Пойдемте, расскажите мне про свою методику преподавания. Пока. Пока. До свидания. Здесь, кстати, недалеко кафе есть. Довольно уютное. Может, чаю попьем? Давайте чаю, конечно. Отлично. Рита, я готова оплачивать ваши занятия со Светланой. Вы не волнуйтесь, с Кириллом я обо всем договорюсь. Но при одном условии. Мне надо, чтобы вы следили, что происходит в доме, и обо всем докладывали мне. Знаете, я боюсь, что мы неправильно поняли друг друга. Рита, пожалуйста. Выслушайте меня. Всего 10 минут. Вы знаете, я никогда не одобряла брак сестры. Они, собственно, и поженились-то потому, что Наташа забеременела. Кирилл ей не ровня. Он приезжий, у него родители простые работяги. Вы считаете, что это важно для счастливой семейной жизни? Нет, конечно, но
Неважно, давайте опустим детали. Наташа умерла, и Кирилл очень изменился. Он стал выпивать, забросил все свои заказы, а новые такое ощущение он даже не ищет. Дети растут сами по себе. Я очень волнуюсь за Мишу и Свету, поэтому я обращаюсь к вам с такой просьбой. Очень странная просьба, вы не находите? Поймите, кроме этих детей у меня больше не осталось родственников. Я очень за них боюсь. Я их безумно люблю, и я просто хочу знать, что у них все в порядке. Виктория, я понимаю ваше беспокойство, но поймите и вы меня. Я не хочу ни за кем шпионить. Нет, 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 вы просто меня неправильно поняли. Не надо шпионить. Вы будете присматривать за детьми. Давайте так. Если вдруг я пойму, что детям что-то угрожает, я вам об этом сообщу. Спасибо. Я вас о большем и не прошу. Так. Миш, давай, ешь. Я не хочу бутерброды. Я хочу кашу, как мама варила. Ну, извини уж. Света, где ты ходишь? Так, дети, мне нужно съездить по делам. Что вам привезти? Не шоколадку, с орехами. Ага, тебе? Мне ничего, просто денег дай. Хорошо. Оставлю в коридоре на тумбочке. Хорошо. Давай, ешь быстрее, сейчас репетитор уже твой придет. Добрый день. Добрый. Вот, я принесла вам копию паспорта. Вы же должны знать, кого в дом пускаете. Да, должен. Вы с Викой на какую сумму договорились? У меня еще немного опыта, поэтому мы с Викторией договорились на половину стандартной ставки. У меня сейчас с деньгами не очень хорошо, но как только я получу первый заказ, я буду оплачивать занятия самостоятельно. Хочу, чтобы вы знали. Да, конечно. Ну, собственно, Света в доме, так что можете проходить. Ну что, задача номер 12. Света, а где мой новый робот? Не знаю, на кухне поищи. Света? Свет, я его там не нашел. Ты точно его не прятал? Да нет же. Значит так, ребят, так не пойдет. Мишенька, мы обязательно поищем твоего робота все вместе после занятия, хорошо? Но для этого ты должен нам его нарисовать, чтобы нам было легче искать, хорошо? Ага, только фломастеры принесу. Давай. Свет, спорим, ты решишь эту задачу за 3 минуты? Я ее читать только 3 минуты буду. Садись. А я уверена, что ты ее решишь, если уберешь вот это. Это мое, вы не имеете права. Давай пари. Я забираю телефон, а ты решаешь задачу на время. Если ты решаешь ее за 3 минуты, занимаешься без телефона, не отвлекаясь ни на что. А если не сможешь за 3 минуты, то я отдаю тебе телефон, и мы продолжаем заниматься так же. Неинтересно, отвлекаясь и скучно. Я же могу специально медленно решать. А можешь узнать, на что ты способна на самом деле. Я уверена на 100%, что ты решишь эту задачу за 3 минуты. Давай проверим. Давайте. Хорошо. Задача номер 12. 3 минуты. Время пошло.
Ну, Николай Васильевич, ну это суицид в чистом виде. Ну или несчастный случай. Но еще раз проверить не помешает. Так что, товарищ полковник, дело Игнатовой на доследование отправляют? Ну нет на этой бабе следов криминала. У меня на пера зашивается моя, а ты тут... Так, давай так. Отдашь это дело самому слабому оперу. Ну и что? Я ему помогу. Оперу наука, мне спокойствие, по рукам. Ну, по рукам, давай. Помощник. Давай. Так, спустимся там, посмотрим. Осторожно, аккуратнее. Ну-с, Максим Игоревич, резюмируйте установленные обстоятельства. Игнатова Наталья Юрьевна, 33 года, сорвалась с обрыва. Получила травму, несовместимую с жизнью. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предположительно, суицид. Суицид? Записку оставил? Нет. Мысли о смерти высказывал? Муж показал, что нет. Конфликты в семье, на работе, кредиты, долги? Нет, Николай Васильевич, я же говорю, все чисто. Все же она уехала за город в стране от мужа, приехала на такое живописное место и спрыгнула. Как так? А между ее приездом сюда и прыжком прошло не менее 3 часов. Где была Игнатова все это время? Может, собиралась с духом. Странно все это. Но мы разберемся. Ну что, урок окончен. Все. Ты огромный молодец. Спасибо. Держи, без него ведь лучше заниматься. Да. Миш, а у тебя что получилось? Ух ты! Какие необычные! Слушай, а можно я заберу себе этот рисунок? Можно, я себе новый нарисую. Спасибо большое. Свет, что случилось? У нас почти весь класс едет на языковой интенсив. На выходные, в загородный клуб. Там не только занятия будут, а еще фотосессии, дискотека и... И Дима еще будет. И ты тоже хочешь туда поехать? Хочу, но отца 100% нет на это денег. А ты с ним об этом разговаривала? А то. Тетя Вика точно не откажет. Попрошу у нее. Кирилл, добрый день, это Светицкий. Звоню вам сказать, что дело о гибели вашей жены возвращено на доследование. Спасибо, что сообщили. Это все? Не совсем. Я бы хотел встретиться с вами и задать несколько вопросов. Да я, в принципе, уже все рассказал предыдущему следователю. Если хотите, приезжайте завтра вечером. Спасибо. Значит, до завтра. У вас все нормально? Все нормально. Дело о смерти моей жены отправили на доследование. Достойный повод. Только мне кажется, что было бы уместнее, если бы вы отмечали где-то в другом месте, чтобы дети и папу пьяным не видели. Слушайте, у вас урок окончился. Давайте, я вас больше не задерживаю. Простите.
добрый вечер. Извините. Да, Вика, добрый вечер. Добрый. Как прошел ваш день? Вы знаете, очень хорошо. Света молодец. Хватает на лету. А Кирилл? Он как, опять был пьяный? Да нет, он выпил всего одну рюмку. Ну, хорошо, Рита, спасибо вам большое. И, пожалуйста, держите меня в курсе. Всего доброго. Привет. Что ты здесь делаешь? Хочешь еще что-то забрать? Нет, я поговорить хотел. Пойдем, поговорим. Ну что стоишь? Проходи, садись. Пирожки с яйцом и луком. Угощайся. Ну, вообще-то я сейчас после 6 не ем. Как скажешь. Ну, о чем ты хотел поговорить? Так о разводе. О чем тут разговаривать? Подай заявление, нас разведут. Детей у нас нет, имущественных претензий тоже. Ну, вообще-то есть. Серьезно? Ты разве не все вывез, пока я в больнице была? Так, а квартира? Олежек, ты с ума сошел? Эту квартиру мне завещала мама. А наследство при разводе не делят. Но я же делал тут ремонт. Я вкладывал сюда деньги, силы. Раз у нас не сложилось... Потому что ты мне изменил. Я хотел бы вернуть свои вложения. Все, поговорили. Я мамину квартиру с тобой делить не буду. Где дверь, ты знаешь. Ну что, начнем сегодня... С упражнения 32 и 33. О, сейчас орать начнут. Свет, они же взрослые люди. Разберутся сами, а мы с тобой давай разбираться с задачами. Слушай, ну отпусти ты Свету на интенсив. Она очень хочет. Язык подтянет. Ну какой язык, Вик? Какой язык? 3 дня в загородном отеле. Ты в курсе вообще, сколько это стоит? На образование Света мне денег не жалко. Хочешь, конечно, мне жалко? Так это не я сказала, а ты. Знаешь что, своих заведешь, будешь командовать. Все, тебе пора. Света никуда не поедет. Твои деньги нам не нужны, справимся сами. Ты за себя говори, а не за детей. Справится он. Да ты с собой справиться не можешь. Домой приходишь, сразу к рюмке тянешься. Что за бред? Ты о чем? Бред? Ты хочешь сказать, вчера такого не было? Я же говорила, будут орать. Свет, не отвлекайся. Угу. Рита! Зайдите-ка ко мне на пару слов, хорошо?
так, откуда Вика знает, что я выпил, когда пришел вчера домой? Об этом знали только вы. Ну-ну. Я жду. Вика предложила оплачивать занятия со Светой только при том условии, что я буду присматривать за детьми и за вами. Присматривать за мной? То есть стучать? Вы стукачка? Я не понимаю, вам так деньги нужны или что? Нет. Я просто переживаю за ваших детей. Да не надо за них переживать. Я буду за них переживать. Это мои дети вообще-то. Они у меня сыты, одеты, обуты. У них есть крыша над головой. Я их люблю и о них забочусь. Остальное не ваше дело, ясно? Ясно. Простите, я виновата. Я уволена? Да. Можно я пойду попрощаюсь с детьми? Идите, прощайте. Только недолго. А вы что здесь делаете? Мишка спать не хочет. Я не буду спать. Ну почему? Мне сны плохие снятся. А я говорила тебе, что у меня есть тайная суперсила. Какая? Прогонять плохие сны. Пойдем скорее. Сам во всем убедишься. А вы правда умеете? Честная супергеройская. Пойдем. А, добрый вечер. Это репетитор моей дочери. Бывший. Пойдемте. Наташа изменилась. Перед смертью стала молчаливой и замкнутой. Но она никогда бы не покончила с собой, вы поймите. Она очень любила детей. Она никогда бы не оставила их по своей воле. Да, конечно, мы понимаем. Мы бы хотели забрать телефон вашей жены, провести дополнительную проверку. Да, конечно. Сейчас. Вот он. Только он разрядился, конечно. Ну ничего, зарядку найдем. Скажите, остались какие-то записи, дневники, может, рабочие документы вашей супруги? Дневника не вела. Документы с работы никогда не приносил. Спасибо. Если что-то еще вспомните или найдете, дайте знать. Всего доброго. Простите, я задержалась. Миша не мог долго заснуть, я с ним сидела. Сейчас он уже крепко спит, я поеду. Рит, подождите, подождите.
хотел извиниться. Наверное, действительно, вы хотели как лучше. Я... Как объяснить? Объясните, как есть. Я человек прямой. Вот ваши женские хитрости, тайны меня не то что интригуют, а скорее раздражают. Особенно после смерти Наташи. Почему? Она что-то скрывала от вас? Она очень изменилась. Из-за долго до смерти. Я пытался с ней поговорить, но она как-то отмалчивалась. Не хотела с вами говорить. Не то чтобы... Она как будто пыталась мне что-то сказать, но не решалась. Я же видел, что с ней что-то происходит. Я до сих пор не знаю, что с ней случилось. Я не понимаю этого. Что с ней случилось? Поэтому, если есть что-то, чего я не знаю о вас, вы лучше скажите сейчас. Мне почему-то кажется, что вы не просто репетитор. А вы знаете, я... Простите. Вы правы, я не просто репетитор, я не преподавала никогда. Ну вот, видите, я... У меня просто немножко поменялась жизненная ситуация, и я развожусь, и вот муж пытается забрать у меня половину квартиры, которую мама в наследство оставила. Ничего себе, какой кошмар. Слушайте, давайте я с ним поговорю. В смысле поговорите? Как мужчина с мужчиной. А, нет. Нет, я думаю, что не стоит. Извините. Завтра в 9 утра в Тропикано встретимся и обсудим все. Я поеду. Вы меня простите, пожалуйста. Да вы меня извините, я наорал на вас. Вы, конечно же, можете продолжать заниматься со Светой. И если хотите. Да, я буду очень рада. Только я буду платить. Конечно, вы и больше никто. Спокойной ночи. До свидания. До свидания. Ай-яй-яй, Рита, что ты делаешь? Вот зачем ты полезла в эту семью? Мои любимые голубцы? Не переводи тему. Ты поступила неумно и неэтично. Хорошо, что он тебя уволил. Пап, но вообще-то он меня не уволил. Что? Рита, ты должна немедленно это прекратить. Пап, не пойми, я сердцем чувствую, что со смертью Наташи что-то не так. Ты знаешь, что у нее был любовник? Любовник? Ну и кто же? Я не знаю, но соседка сказала, что за неделю до смерти Наташа оставила у нее огромный букет роз. Якобы ей подарили на работе, а она не могла нести домой, потому что у Мишки аллергия. Рит, я это все проверю, точнее проверяю. Ты скажи другое. Кирилл знает, что Наташа на сердце пересадили тебе? Значит, не знает. И считай, что ты совершенно случайно появилась в их доме. И ты должна сказать правду. Я обещаю, я им все расскажу. При первой возможности. Не надо возможности. Завтра же скажи. Ну, а что ты без сметаны ешь? Что, еще и сметана есть? Конечно. Рит, смотри. Я тут все посчитал. Сумма получилась небольшая. Вот. Можешь даже квартиру не продавать. Возьмешь кредит. Привет, дорогая.
А вы кто? Друг. Бритый. А что ты на меня смотришь? Да, я устроила свою личную жизнь. Беру с тебя пример. Кирилл. Олег. Так мне все равно, кто ты. У нас с Ритой личный разговор. Нет, это у меня к тебе личный разговор. Если я еще раз увижу, что ты с этими бумажками пристаешь к Рите, я тебе ноги вырву. Понял? Что вы себе позволяете? Я в суд пойду. Сначала ты со мной пойдешь поговорить. Ну куда ты? Эй! Алло! Хамло! Пугливое на тебе. Извините, что я так бесцеремонно. Да что вы, я вам очень благодарна. Может, он наконец-то перестанет деньги у меня вымогать? Это вряд. Только как вы узнали? Так вы же вчера при мне с ним договаривались о встрече. Я решил вмешаться, уж извините. Ну что ж он делает это? Отвратить. Да. Правильное слово. Отвратить. И, между прочим, я совсем не злюсь. Я очень вам благодарна. Правда. Конечно. Свежайшие круассаны и двойной капучино. Спасительница, ты моя. Спасибо. Я же кто-то в хорошем настроении. Что, продолжаем играть в репетитора? Нет, я не играю в репетитора. Я занимаюсь со Светой и математикой. Ты хоть понимаешь, как странно выглядит эта история? Понимаю. Но я все равно их не могу оставить. Как там Олежка не объявлялся? Объявлялся. Мы сегодня с ним с утра встречались. Он решил делить мамину квартиру. И тут со дна постучали. Да, только на эту встречу еще пришел Кирилл. Сам пришел, я его не звала. И что, и дал Олежке по морде? По морде не дал, но обещал ему переломать ноги, если тот сунется в суд. Слушай, он начинает мне нравиться. Не кем он работает, ну, чем занимается. Делает мебельный заказ. Угу. Значит, нужно у него что-то заказать. Если мужчина заступился за женщину, которую едва знает, значит, голова у него все в порядке. Как это связано с мебелью? Если у мужчины все в порядке с головой, значит, и руки растут у него откуда надо. Ага. Аргумент. Ходите. Доброе утро, Ирина Петровна. Нет. Что нет? Все нет. Никакой информации о состоянии Риты нет. Оставьте ее уже в покое. Ирина Петровна, поймите, я ее отец. Я должен знать. Николай Васильевич, у Риты новое сердце. Большего вы для нее уже не сделаете. Живите уже свою жизнь. А вы знаете, вы правы. Я долго жил как отец больного ребенка. Больница, анализ, поиск донора. Я хочу и другой жизни. Я желаю вам счастья в этой вашей новой жизни. Ирина Петровна, я хочу пригласить вас в картинную галерею. Пойдете? В галерею? Да. Пойду. Сегодня в 7 вас устроит? Да. До вечера, Ирина Петровна. Слушаешь, наконец-то дом был построен. Макака и пантера украсили его цветами. Здрасте. Рита, привет. Привет, Мишка. Ба, знакомые все лица. А тебе тут что? А я занимаюсь математикой со Светой. Надо же как-то на дом зарабатывать. А меня Светка, он попросила за братом посмотреть полчасика. Ну, в магазин, мол, сбегаю и обратно. И что, давно она ушла?
это часа два назад. Я уже и отцу ее позвонила. Ну что, не вернулась? Нет. А телефон? Телефон вне зоны доступа. Слушай, ты, может быть, обратиться в полицию? Я могу попросить, ну, точнее, позвонить им. Ну, она в сети. Фух, слава богу, пойду я. Спасибо вам большое за помощь. Пап, со мной все в порядке. Я в лагере. Сейчас поедим и на занятия. Подожди, подожди, в каком еще лагере? Как они могли забрать тебя в лагере, если я не давал свое согласие? Пап, ты только не кричи, ладно? Тетя Вика оплатила путевку, а я... А договор я сама подписала. Что ты сделала? Подписала договор вместо меня? Ты там вообще с ума сошла, что ли? Я сейчас приеду и заберу тебя домой. Пап, ну пожалуйста! Перезвоню. Что? Не надо ее сейчас забирать. В смысле? Поймите, для Светы сейчас очень важно признание друзей. Если вы приедете к ней и заберете ее оттуда при них, то это будет... Это сильно ее ранит. Слушайте, я все понимаю. Ну что, я должен закрывать глаза на то, что она подписывает документы вместо меня? Что она младшего брата соседки оставляет, сбежав из дома? Я понимаю, возможно, я зря лезу со своими советами, но все не так просто. Если вы хотите, чтобы Света начала вам доверять, то... Не надо ее сейчас забирать. Ладно. Да, пап. Значит, пока оставайся на своем интенсиве, но когда вернешься, будет серьезный разговор. Поняла? Спасибо. Па, я есть хочу. О, Господи. Ну, вот так и живем. Пойдем, вечно голодный ребенок. Пойдемте. Фух. Так, ну сейчас посмотрим, что у нас есть. Есть ли вообще что-то? Так. А, ну да, как я и предполагал, особо не есть нечего. Может, пиццу закажем? А давайте я что-нибудь приготовлю. А потом заодно еще покажу тебе свою волшебную усыпляющую суперсилу. Ага. Ну, ну слушайте, ну мы, мне кажется, уже просто злоупотребляем вашей добротой. Пап, пусть Рита станет. У меня просто нет выбора. Если вы не против. Давайте помогу. Так, ну что, где у вас сковородка? Миша лучше меня знает, где сковородка. Ну что, будешь мне помогать готовить? Ага. Давай. Кому нужна смерть, это Игнатовой. Обычная тетка, обычная жизнь. Правильный вопрос задаешь. Ну-ка. Добрый день. Доброго здоровья. Ответите на пару вопросов? Да, конечно. Здесь женщина сорвалась с обрыва 3 месяца назад. Может, слышали или видели что? Да нет. Видеть не видел, но слышал. Покой, Господи, ее душу. А что-то посмотреть тут поблизости можно, интересно? Интересное? Да. Церковь красивая в Троицком, 19 век. Рыбалка неплохая. Ну, 5 км отсюда. И все. А перекусить где можно? Перекусить. А, ну так кафе недавно открыли. Вот вверх по трассе, рядом. Кафе интересно. Запиши адрес и всех там опроси. А у меня сегодня встреча с прекрасным. Так. Адрес? Ну так, пишите. Угу. Так, давай прибор раскладывай. О, какая красота. Так, Мишка, давай беги в кладовку за компотом. Вика, ты чего здесь? Как у вас здесь мило. А мне Света позвонила, она забыла спортивный костюм и платье. А вы что здесь забыли? Я на занятие приехала. Да вы что? А кому? Ваша ученица уехала на интенсив. На интенсив, который ты оплатила за моей спиной. Никто не знал, куда Света поехала. Я даже полицию хотел вызывать. Ну, надо же, как интересно получается. Значит, хотел звонить в полицию, а позвонил вот этой вот? А ты что думал, я обрадуюсь, что ты так быстро нашел моей сестре замену? Вика, прекрати сейчас же. Не стыдно? Использовать детей, чтобы залезть мужчине в постель. Так уходи отсюда. Я уйду. Только вещи Светы заберу. Извините.
Ирина Петровна, добрый вечер. Добрый. Николай Васильевич, кажется, загорели. Был за городом по работе, но весь день думал только о вас. Ну, сделаю вид, что я вам поверила. Прошу. Добрый день. Приветствую. Дмитрий Михайлович, вы меня прям заинтриговали. Назначили встречу, не сказали, по какому поводу. Это не деловая встреча. Я хотел бы вам лично выразить свои соболезнования в связи со смертью вашей сестры. Спасибо. До сих пор не верится, что ее с нами нет. Наташа была очень милой, доброй, красивой. Это все ужасно несправедливо. Я вас благодарю. Я действительно очень тронута вашими словами. Я бы хотел с вами посоветоваться. Как вы думаете, будет уместно передать Наташиной семье материальную помощь? Мы тут коллективом собрали. Да, конечно. А давайте я позвоню Кириллу, это Наташин муж, и предупрежу, что вы заедете или позвоните. Отличная идея, я буду вам очень признателен. Да, вы меня простите, ради бога. Я к вам на минутку всего выбралась. Мне, к сожалению, пора идти. Вика, скажите, пожалуйста, Наташа не приносила к вам домой никаких документов? Там у девочек в бухгалтерии что-то пропало, может быть, она забирала? Нет, но если Наташа что-то и забрала, это наверняка у нее дома. Вы у Кирилла спросите. До свидания. Всего доброго. Скажите, вы видели эту женщину здесь 10 мая этого года? Не, не было такой. Спасибо. Нет, не припоминаю. Нет, 10 не моя смена была. Понял. Так она, наверное, чаевые не оставила. А я не запоминаю тех, кто не оставляет. Нет, не помню. Я, между прочим, в театральном учусь. У меня, знаете, какая память на лица? Вот недавно у нас этюд был. Спасибо. Сынок, да я ж на кухне все время. В зал не выхожу. Можете котлетку принести? Спасибо. Сыт уже. Рит, вы простите, пожалуйста, еще раз за все это. Вы же здесь ни при чем. Я надеюсь, вы уже продолжите занятия со Светой, правда? Вы так хорошо влияете на всех нас. С вами очень спокойно. И Миша, и мне. Нет. Простите. Простите, пожалуйста, я, наверное, лучше поеду. Мне показалось, или на выставке вам было скучновато? Ну, почему? Портрет серийного убийцы меня бы впечатлил. Я 10 лет следователем. Любил свою работу, но... Если дома больной ребенок, а у тебя там... А у тебя командировки, ненормированный рабочий день, вызовы в любое время суток. А вы откуда знаете? Ну, так я же доктор. У меня график такой же, сумасшедший. Вы позволите пригласить вас еще на одно свидание? Позволю. Вам все нравится? Да, спасибо. А вы меня спрашивали? Да. 10 мая этого года видели эту женщину здесь? Видел. Она здесь обедала. С кем? Мужчиной, женщиной? С женщиной. Красивая такая, на каблуках. Так, с ней? Ага, с ней. Они еще поссорились.
Сначала она ушла, а минут через пять это. Понял. Спасибо. Точно так же, как в моем сне. Тот же черный силуэт. Я чувствую, он представляет опасность. Кто? Силуэт или Кирилл? Я не знаю. Кирилл, он... Он потерянный немножко, но он добрый. И детей он любит. Ну, значит, не он. Ты можешь смело целоваться. Лера, он добрый. Но он вспыльчивый. А еще он признался, что он подозревал жену в измене. Спасибо, что встретились с нами. У нас пара вопросов. Так вы узнали, зачем Наташа ездила на этот обрыв? Отчасти. Она обедала с Викой в кафе неподалеку. С Викой? Ну, Вика не могла. Ну, мы проверим. Вы сказали, что в последнее время Наташа задерживалась на работе. А что-то еще необычное было? Например? Ну, например, она поставила блокировку на свой телефон и сердилась, если вы его брали. Или выходила, чтобы вы не слышали, о чем она говорит по телефону. Может, стала в командировке ездить? Или изменились предпочтения в одежде? Вы говорите, что у нее был любовник? Ну, честно говоря, я и сам так думал. И даже напрямую у нее спросил. И? Она призналась? Нет. Она на меня тогда очень обиделась. Плакала. Сказала, что ей так тяжело. Угу. А она не сказала, из-за чего тяжело? Она уволиться хотела. Я еще тогда смеялся. Говорил, что как же так? Хотела эту работу, а через месяц уже увольняешься. Ну, спасибо, что уделили нам время. Будем держать вас в курсе. Да. Благодарю. Прошу. Да. Можно пройти? Виктория Сергеевна, вы же виделись с сестрой в день ее гибели? Вас опознали сотрудники кафе. Да, виделась. Ладно, пойдемте хотя бы в офисе поговорим. Да, все так, мы обедали с Наташей. Правда, этот обед плохо закончился. А что случилось? Повар оплошал? Да нет, не повар я. Наташа с самого начала была на взводе, а я неудачно пошутила про Кирилла. В общем, мы поссорились, Наташа ушла.
Очевидцы показали, что вы ушли сразу же после сестры. Нет, где-то через пару минут я решила все-таки ее догнать, помириться, но у меня пробило колесо. А вокруг, разумеется, нет души. Совершенно верно. Я 2 часа ждала эвакуатор. Если хотите, позвоните в автосервис, они подтвердят. Я могу вам сбросить контакт. Да, мы обязательно проверим. Спасибо. Вика, кто выбирал кафе для встречи? Наташа. Я в этой дыре ни разу не была. Я, честно говоря, даже не знала, что там есть кафе. Хорошо. Если что-то еще вспомните, позвоните, пожалуйста. Конечно. До свидания. До свидания. До свидания. Папа. Да. А как думаешь, 5 башен хватит для крепости или еще одну нарисовать? Я не знаю, сыновь, но нарисуй еще одну. Да. Здравствуйте. Ой, Рита. Привет, Мишка. Вы извините, пожалуйста, просто я вам звонил, а телефон выключен. А, да, наверное, я просто забыла снять телефон с беспочного. Понятно. Да просто Света, видите, заперлась в комнате, отказывается выходить. Я боюсь, что урок не состоится. А что случилось? Она вернулась из своего языкового интенсива. И, в общем, я пытался с ней поговорить. Но... И что-то пошло не так? Ну, все пошло не так. Кирилл, давайте, раз уж я приехала, я попробую с ней поговорить. Попробуйте. Я не уверен, что получится. А, ну, попытка не пытка. Хорошо. Спасибо. Папа. Да? А наточи мне карандаш. Хорошо. Уходи, видеть тебя не хочу! Свет, это не папа, это я, Рита. Здрасте. Я не буду заниматься. Привет, я поняла. Просто ты не предупредила об отмене занятия, поэтому, может быть, объяснишь причину. Из-за отца. Мало того, что у меня мама умерла, так он хочет мою жизнь еще больше испортить. Как именно? Оставить без друзей, без денег, развлечений. Слушай, Мишка, иди на качель покачайся, ты же хотел, ладно? Давай. Угу. Свет. А если не кричать? Может, ты просто с ним спокойно поговоришь? Он не станет слушать. Станет. Я прослежу за этим, если ты не против. Хорошо. Свет, что ты хотела сказать папе? Что это несправедливо. Он запретил мне видеться с друзьями. Ну, Свет, ты... подделала мою подпись. Это ж не шутки. Ну, я очень хотела поехать. У меня же должно быть хоть что-то хорошее. Светочка, ну, конечно, должно быть. Нам всем без мамы тяжело. Но должны быть какие-то рамки. Какие рамки? Мама умерла из-за тебя! Что? А еще из-за кого она могла покончить с собой? Из-за Миши? Свет. Не трогайте меня! Вы мне не мама, спите с отцом и дальше. Только не надо врать, что вы обо мне заботитесь. Света! Извините. Да черт! Что у нас на обед? Да уже ничего, сынуль. Таит, вы простите, пожалуйста, и меня, и Свету. А у вас за что? Ну как, моя же дочь. Я ее упустил. Она переживает смерть мамы. Я знаю, что это такое. Мне кажется, она до конца не понимает, что случилось с Наташей. А у меня нет для нее ответов, рецептов. Ну, у Вики есть, конечно. Злой папа довел маму. Света даже ее словами говорит. Ну, вы докажите ей, что любите ее. Ну, что вы все еще семья. Ну, как просто сказать, она же не станет слушать. Проведите с ними выходные. Так просто.
Думаете, сработает? Думаю, да. Если хотите, я могу все организовать. Хочу. О деньгах не беспокойтесь, мне аванс недавно выплатили. Хорошо. Договорились. До свидания. Счастливо. Давайте добавим альстромерии. Альстромерии? Да. Прекрасный выбор. Слушаю. Николай Васильевич, алиби Вики подтвердилось. Значит, будем искать того, кто отправил Наташе букет. Точнее, ты будешь искать. Я? Ну как? Горизонтема белая. Угу. Элементарно. Наташе доставили большой букет роз. Доставка на работу. Значит, доставляли... В будний день обзваниваешь все салоны цветов и просишь поднять данные по доставке. Все. Ладно, сделаю. Давай. Давайте добавим статицы. Хорошо разбавит. Давайте. Привет. Я за детьми, как обычно. Что случилось? Ничего не случилось. Только в этот раз дети останутся со мной. А с чего это вдруг? На выходные они всегда со мной. Ну, с того, что это мои дети, Вика. Ты поэтому настраиваешь против родной тетки? Даже полицию на меня натравил. Какую еще полицию? Что ты говоришь? А то я говорю, что меня опрашивали сотрудники полиции. Спрашивали, где я была в момент смерти моей сестры. Да. Дело Наташи отправили на доследование. Следователь, который его ведет, мой должник. Ну и что же он тебе задолжал? Шкафчик заказал, не смог оплатить? Это я его дочь спас. Я отдал сердце Наташе на трансплантацию. Ты что сделал? Ты отдал сердце моей сестры ради расследования? Не ради расследования, Вика, ради правды. Миша и Света должны знать, что случилось с их мамой. И ты, и я. Я не имею отношения к ее смерти. Я знаю. Оля, я сейчас тебе пришлю визитку. Узнай как можно больше про этого мужика. Работа, должность, семья, родственники, фото, все. Угу. Хорошо. Семейный парк-отель с аттракционами и веревочной дорогой. Не заметила тебя. Неплохое место, как я погляжу. Ты собралась на отдых? Не совсем. Помогаю подобрать варианты для Кирилла с детьми.
Если я правильно помню, ты была у них репетитором. Я что-то пропустила или тебя повысили до личного ассистента? Нет. Просто им нужно как-то прийти в себя после гибели Натальи. А я хочу помочь. Ясно. Тебе виднее. А ты не против, если я тоже с вами поеду? Ты знаешь, 100 лет не была в отпуске, а тем более место такое хорошее. Или ты все еще не сказала им, что работаешь в нотариальной конторе, да? Нет, не сказала. Рит, ты же понимаешь, что он рано или поздно сам все узнает. Лучше скажи ему сама, иначе плохо будет всем. Все, выходим. Здорово. Так, ну-ка, дай ручку. Оп. Ну, как-то так. Здорово. Здесь Wi-Fi есть? Нет, Wi-Fi здесь нет. Как нет? А я что здесь буду делать? Ну уж найдем, чем заняться, Свет. Ну. Мама, папа, я спортивная семья. Можно я не буду изображать дикий восторг? Не изображай. Ух ты, веревочная дорога. Скорее. О. Пойдем. Ну, пойдем. Ого! Ух ты! Я тоже хочу летать, как супергерой! Ну, вообще, отличная идея. Такой даже в голову не пришло. Спасибо. Здесь вы можете делать что-то все вместе. Да, ну, что-то достаточно, чтобы найти общий язык с девочкой в пубертате. Я думаю, что девочка в пубертате здесь поймет, что ты не просто зануда, отец, а еще и умный, сильный, красивый, охотчивый мужчина. Ты что, все про меня? Конечно, про тебя. Пойдемте посмотрим, что тут есть еще. О, кто-то заинтересовался. Побежали. Пошли. Ты так высоко летела. Скажи. Ого. Ух ты. Вот это да. Вот это да. Время! Рекорд сегодняшнего дня! 9 минут и 1 секунда! Молодцы! Ну что, есть желающие побить рекорд? Мы должны поучаствовать. Давайте. Рит, ты с нами? А, нет, я совершенно не спортивный человек, я все испорчу. Но я буду самым лучшим болельщиком. Хорошо, ладно. Побежали. Побежали. Мы готовы поучаствовать? Да. Отлично. Команда из 5 человек должна пройти полосу препятствий. Каждый участник команды будет проходить отдельную часть экстремальной эстафеты. Вы готовы? Да, да, все понятно. Сейчас, ну что, команда мечты. Кто у нас самый маленький и шустрый? Так я и думал. А кто у нас самый стремительный и легкий, как рысь? Я. А кто не боится высоты и просто хочет победить? Мы. Ура! Так, значит, тогда идите сюда. Надеюсь, мы же первые. Да? Мы готовы? Да. На старт. Давай. Внимание. Марш! Пошел! Давай, давай, Миша! Миша, давай, Миша! Миша, давай, вперед! Давай, давай, давай! Давай, давай! Миша! Миша! Осторожно! Миша! Молодец! Света, давай! Света! Света! Вперед! Свет, ты давай, давай, давай! Еще, еще быстрее! Аккуратно, но быстро. Платок давай. Скорее, платок, платок давай. Оп! Come on.
8 минут 33 секунды. Рит, иди к нам, иди к нам. Иди сюда. А, да, конечно. Я тогда завтра вам пришлю эскизы, а примеры работ могу прислать хоть сегодня. У меня есть в телефоне. Все, всего доброго. А теперь фото чемпиона. О, точно. Да, наш герой дня просто промчался, как ракета. Мишка, ракета! Представляете, мне сейчас женщина позвонила, представилась Лера и хочет, чтобы я сделал мебель для ее кабинета. Пап, это круто. Поздравляю. Спасибо. Готовится. Респект, мужик, вы просто звери. Вас было трудно победить. Так, может, отметим победу? Нет, я не пью. Ну, понемножку. Нет, у меня семейная поездка. Хороший у вас муж. Ну что, давайте же за победу. Давайте, ура. Давайте. Спасибо тебе. И я хочу знать, имеет ли право Кирилл ограничивать мое общение с племянниками? Это зависит только от отца детей. Он решает, можете ли вы общаться или нет. То есть, получается, мы на него никак не можем повлиять? Можно, конечно, попробовать ограничить его в родительских правах. Но нужны основания. В случае, если родитель будет представлять опасность для ребенка. Ты меня отведешь на наше с мамой место? Конечно, отведу. А где оно? Там парк красивый с лабиринтом, кафешка. Магнолия называется. Мне там мама эклеры покупала. Мы обязательно туда съездим. А сейчас спи. Рит, можно? Прости за то, что я наговорила гадости тебе тогда дома. Мне, правда, очень стыдно. Я не держу зла. Я знаю, ты тогда вспылила. Ты не со зла. Рит, у тебя все серьезно с папой? Света, мы с твоим папой просто друзья. Он изменился с тех пор, как ты пришла. Сильно? Он был совсем потерянный, расстроенный. Сейчас даже улыбаться начал. Это очень хорошо. Я очень рада. Ну что, спокойной ночи. Спокойной ночи. До завтра. Ну как? Спят. Мишка так вообще сразу вырубился. Да, конечно. Красиво. Да, это эскиз пока. Рит, я, честно говоря, вообще не представляю, как бы мы без тебя справлялись. Да нормально вы справлялись бы. Ну что, я пойду спать? Подожди. Я хотел извиниться, на самом деле. Давно пора. За что? За то, что... Тогда хотел тебя поцеловать, а ты... Да, все, ты что? Проехали. Просто Вика, она говорит, что я пытаюсь через детей к тебе подобраться. Я так никогда не думал. И я не хочу, чтобы так кто-нибудь вздумал вообще, в принципе. Я ради этого готова даже отказаться от... От чего? От чувства.
не надо отказываться от чувств. У тебя так сердце стучит. Словно я вас уболтал или уже надоел вам. Ой, как же это сказать? Я же вижу, как вы изменились после операции Риты, после того, как начали новое расследование. Вы ожили. Ну, именно так. И я очень рада за вас, но я не могу отделаться от мысли, что я просто попала вам под руку в нужный момент. Ирина Петровна, я совершенно с вами искренен. Поймите. У меня уже были такие отношения, в которых я выполняла роль эдакого приза для мужчины. И ничем хорошим это не кончилось. Поэтому, Николай Васильевич, я прошу вас еще раз хорошо подумать, пока это все не зашло слишком далеко. Блин, откуда у этой лохушки столько подписчиков? Может, даже отложишь свой телефон? Нет, Олег, я не могу, это бизнес. Но вообще, если вложиться в раскрутку, в студию... Сколько нужно денег? Ну, половина от твоей квартиры хватит. Ну, что ты так смотришь? Живешь ты у меня, все остальное у тебя есть. Да, ну, можно и отложить. Слушай, а когда мы там развод будем праздновать, а? Я не знаю. Все еще в процессе. Ну, понятно. Жан, может... У меня голова болит. Давай спать. Наташа Игнатова была главбухом в 5 фирмах. Ну, знаете, у нас есть юрлица отдельные, через которые мы проводим рекламу, консалтинговые услуги, маркетинговые услуги, обучение персонала. А как у Наташи складывались отношения с коллегами? Нормально складывались. Конфликтов не было. Ровные рабочие отношения. Что-нибудь еще вспомните? Да нет. Ну, мне показалось, она нервная была какая-то последний месяц. Я думала дома проблемы. Добрый день. Дмитрий Михайлович, гендиректор, а вы? Проводим проверку по факту гибели Игнатовой. Опрашиваем коллег. А, ужасное горе. Может быть, пройдемте ко мне в кабинет, там будет удобнее. Пройдемте. Мы уже здесь закончили. До свидания. До свидания. Спасибо. Классно отдохнули. Да уж. Как-нибудь еще поедем? Да обязательно, честно. Заказ сделаю, на неделю поедем. Супер. Мишка, ванну не занимать. Что вы здесь стоите? Ничего. Сюрприз хотели подготовить. Какой? Пиццу заказать. Точно. Миша, не говори.
придется пиццу заказывать. Я с радостью. Точно не хотите? Выдержка 25 лет. Мы на службе. Лучше скажите, какие у вас были отношения с Натальей Игнатовой? Обычные отношения. Я начальник, она моя подчиненная. А всем подчиненным шлете букеты из 31 розы? Просто администратор цветочного салона «Флора» показала, что 12 мая этого года они доставили букет на имя Натальи Игнатовой. И букет и доставка была оплачена вашей банковской картой. А, вы об этом? Да, я прислал цветы в благодарность за решение рабочего вопроса. Какого именно? Да я не помню. Какой-то бухгалтерский момент, кажется, связанный с НДС. А вы по этому вопросу звонили Наталье Игнатовой на личный телефон 15 мая в 10 часов вечера? Или вот 17 мая в 11 часов вечера? Или... Постойте, вы на что намекаете? Что она была моей любовницей? Нет, даже не думайте. Я женатый человек. А кто у вас тут третий не лишний? Лицо знакомое, вспомнить не могу. Это мой тесть Олег Игнатьевич Коломойцев. Олигарх, депутат, меценат и филантроп. Надо полагать, это все дело тоже рук Олега Игнатьевича. Моя жена, его единственная дочь. И они очень близки с отцом. Еще вопросы? Простите, такая работа, там надо все проверить. Мне нечего скрывать. Я занят. Дмитрий Михайлович, это срочно. Ну, хорошо, Снежана, проходите. Работа не ждет. Всего доброго. Какие планы на вечер? Я собрала информацию по Светицкому, как вы и просили. Высылаю ее отдельным файлом вместе с фото. Хорошо, спасибо. Что? Может, нам еще камеры наружного наблюдения проверить? Найдем видео, где он с Наташей в машине. Не выйдет. Много времени прошло, записи стерты. Жаль. Я бы еще трассу проверил. Какую еще трассу? В паре километров от кафе, где Наташа с Викой обедала, есть коттедж, посуточно сдается. И ты об этом молчал? Наташа могла пойти туда после встречи с сестрой. Я просто как-то сразу не подумал об этом, а вот сейчас вот все сложилось. Садишься в машину, едешь в коттедж, опрашиваешь хозяина. Быстро! Понял. Понял. Вызывали, Дмитрий Михайлович. Нужно один вопросик порешать. Пойдем объясню. Вкусно. Лучшая пицца в городе. Да, да, хорошо. Спасибо большое, да. Всего доброго. Материал для заказа привезли. Сейчас пойду работать. Ура! Привет, малыш. Ну, тебе-то что здесь надо? Как у вас здесь мило. Просто семейная идиллия. Не зря ты на донорство согласился. Вика, это здесь при чем? Как при чем? А ты что, разве не знал? Это ведь она, реципиент Наташи. Какой еще реципиент? Такой. 3 месяца назад ваш папа дал согласие на пересадку сердца вашей мамы. Живого сердца. Вот этой вот женщине. Света. Ты убил маму! Успокойся, успокойся! Ты убил ее, ненавижу! Света, мама была уже мертва, мозг был мертв! Ты руки убери! Ненавижу тебя! Света! Забери меня отсюда! Садись в машину. Пошли. Может быть, тебя тоже забрать?
мне кажется, у нее с головой не все в порядке. Прекратите! А то что? Забрала сердце моей сестры, а теперь в ее семью пытаешься влезть? Да она все что угодно может вытворить. Ладно. Ты взрослый мальчик, сам разберешься. Добрый день. Добрый. Это вы коттедж снять хотели? Да мне для начала бы поговорить. О чем говорить? У меня все тихо. Учет клиентов ведете? Зачем мне? Люди приехали, расплатились, уехали. Чего их считать? Понятно. Этого видели? Нет. Не было такого. А оплата у вас наличка или терминал? А кто как? Кто налом, кто на карту переводит. То есть, получается, можно снять коттедж, но с вами не встречаться? Конечно, можно. 21 век на дворе. Понятно. Ну, тогда давайте реквизиты банковского счета, куда вам деньги за коттедж пересылают. А это обязательно? А то знаете, как бывает. Сначала вы проверите, потом налоговая. Это обязательно. Ну, ладно. Пройдемте. Это тебе отец подослал? У нас информацию собрать. Так креативно. Папа не знал. Когда узнал, был против. Почему ты мне ничего не сказала? Я хотела сказать. Я не знала, как. Я боялась, что ты меня прогонишь. Зачем ты вообще это сделала? Зачем ты полезла ко мне? К моим детям зачем полезла? Зачем в это детей-то втягивать? Я не знаю, как это объяснить. Уходи. Как дела с разводом? В процессе. Ну ты ускоряйся как-то. Я помещение присмотрела под студию. Какую студию? Видеостудию. Ну, ролики всякие снимать, интервью брать. Я посчитала, твоей доли хватит. Ну. Эй! Ты чего киснешь? Ну да, придется взять ипотеку. Но мы быстро все вернем. Я уверена, мой блог взлетит. Жанна. Что? Денег за квартиру не будет. Как это не будет? Бывшая не дает, в суд подай. Нет, просто она эту квартиру получила в наследство. Ну, а такие не делят. Так и ты попробуй, постарайся как-то. Да еще любовник ее угрожал меня убить, если я буду квартиру делить. Господи, любовник? Твоей бывшей? Прикинь. Так а ты ему скажи, что ты его первым убьешь. Я не понимаю, в чем проблема. Да как я могу? Жан, ну что, я дикарь какой-то? Все как всегда, ну понятно. А знаешь, бывшей твоей повезло. И сердце новое нашла, и мужик нормально достался. Не то, что мне. Эй, хозяева!
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Ваша жена Наталья работала у меня. Я хотел бы выразить вам свои соболезнования. Вот. Дмитрий, значит? Можно минуточку? Что? Ты спал с моей женой? Ты спал с моей женой! Тихо, тихо! Вы что, с ума сошли? У меня своя жена есть. Я ее люблю. Извините. Извините. Я приехал чисто по-человечески. Вот такое горе. Хотел что-то хорошее для семьи сделать. И вот мне благодарность. Извините, пожалуйста, я сорвался. Простите. Я вновь. Меня обманывает один очень близкий человек. Проехали. Извините. Ой, проходите. В общем, еще раз примите соболезнования от меня лично и от всего коллектива. Наташа была ценным, незаменимым сотрудником. Без нее просто все остановилось. Кстати, хотел спросить, она не оставляла дома никаких документов с работы? Там девочки в бухгалтерии не могут найти. Да нет, я никаких документов не находил. Ну что ж, пора и честь знать. Не будем больше вас задерживать. Простите, я могу воспользоваться вашим туалетом? Да, конечно, там следующее помещение, второе дверь далее. Спасибо. Дмитрий Михайлович, вы скоро? Мы в пробку стрянем. Простите, я случайно в коридоре на игрушку наступил, не заметил. Да, это сын мой. Ну что ж, всего доброго. Всего доброго, извините еще раз. Саша, нужно один вопросик решить. Угу. Сделаем. Вы же предупреждали меня оба, и ты, и папа. Дура, я сама все испортила. Рит, Ритуль, уже ничего не исправить. Тебе нужно отдохнуть, успокоиться. Он тоже успокоится. Тогда поговорите. Понимаешь, если Кирилл меня не простит, я переживу, но... Дети, я должна с ними поговорить. Поговоришь. Обязательно поговоришь. Но сначала нужно выспаться, отдохнуть. Ну, поспишь? Я такая дура, Лер.
Лёшка, уберите, пожалуйста. Я сейчас позову уборщицу. Нет, 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 нет. Сами. Да, я тебе не рассказывала, папа поссорился с Барановичем. Ну, это его партнер на металлопрокатном. А, это у которого мы на новой яхте были? Да, 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 да. Я не знаю, что у них там произошло. То ли Баранович папу в гольф обыграл, то ли прибыль занижал. Прости. И что, папа? Как с цепи сорвался. Все связи подключил. И министерство, и налоговиков, и полицию. В общем, бедный Баранович теперь в ВВС сидит. Ты кофе будешь? Нет. Как же такое случилось-то, а? Не знаю. А из пожарной инспекции-то приезжали? Ну, приезжал инспектор. Покрутился тут минут 15 и уехал. Так а про пожар-то что сказал? Почему загорелось-то, а? Сказал, что, наверное, я вчера напился и оставил паяльник в мастерской. А тут мебельный лак, политура и все такое. Кирилл. Что? А ты это сама вчера? Прости, прости. Я сама не знаю, что говорю. Кирилл! Что? Я ж за сахаром пришла. Мне одолжи стакан. Одолжу! А. Пойдемте. Как же вы теперь жить-то будете, а? Ну, так и будем. Ты извини, что я со своими хлопотами. Ну, мне ж булочки надо испечь. Понятно. А у меня только кусковой сахар и остался. Где о, а сахар? Что это у тебя бумага на столе разбросана? Давай выброшу. О, понимаю. Одному тяжело, без хозяйки ж. Так, насмотрелись? Достаточно? Теперь пойдете по всему поселку рассказывать, что я спиваюсь? Да что ты такое говоришь? Ну, выпил, ну, имеешь право. Да...
Это раздельный сбор мусора. Света целый месяц собирает. Понятно, мусор раздельный. Ужасную ошибку. Я только сейчас это понял. Рит, пожалуйста, прости меня. Пожалуйста, Рит. С ума сошел. Встань, пожалуйста, Олег. Рит, можно я немного поживу у тебя? Ты же все равно встречаешься с этим... Как его... Кириллом. Да. Ты же можешь пожить у него? Не могу. Мы расстались. Серьезно? Ты не расстраивайся, Рит. Поверь, все, что не делается, делается к лучшему. Мне так жаль, но ты знаешь, он не пара тебе. Тебе нужен кто-то более интеллигентный. Безответственное обращение с огнем все чаще приводит к пожарам в лесах и торфяниках. Именно человеческий фактор становится основной причиной возгорания. Ночью спасатели также тушили пожар в пригородном поселке Туманный. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. По словам очевидцев, хозяин в момент возгорания дома был нетрезв. Мы решили выяснить у владельца, что же произошло ночью. Кирилл, кто первым заметил огонь? Нам что, заняться больше нечем? Реакция понятная. Жители поселка не раз заявляли о неблагополучной обстановке в семье. Но скандал ТВ проследит за ситуацией в Туманном. Скандал ТВ? Напомню, ночью дотла сгорела мебельная мастерская. Она принадлежала частному предпринимателю. Галя, приготовьте, пожалуйста, детям еще сырники и омлет. Коллегам в студии. Далее в эфире вас ждут новости спорта, прогноз погоды, а также результаты детского чемпионата по спортивной гимнастике, который прошел. Вик, я с детьми. Детей нет дома, они в парке с няней. В каком еще парке? Ну хорошо, давай я их заберу оттуда, только телефон у няни отдай. Я слышала о пожаре в новостях. Кирилл, у тебя столько дел, тебе еще мастерскую надо восстанавливать. Ты вообще как работать собираешься? Слушай, Вик, мне зубы не заговаривай. Дети где? Детям будет лучше со мной. Пока. И если ты на меня оформишь соглашение об опеке над Мишей и Светой. Чего? Какое соглашение об опеке? Ты что, рехнулась вообще? Это мои дети! Ну, тогда я лишу тебя родительских прав через суд. Кирилл, ты при детях водишь баб в дом. Ты устроил пожар. Что ты несешь? Доброе утро, Вик. У вас все в порядке? Да-да, Олег, спасибо большое. Все хорошо. Уходи, пожалуйста. Иначе я охрану возьму. В общем, со счетов фирм, которые вела Наташа Игнатова, регулярно идут платежи фирмам-однодневкам. Много? В масштабах холдинга нет. 5-7 тысяч долларов в месяц. Ну, может, деньги-то как бывает, или обнал проводят. Я все равно не вижу связи со смертью Наташи.
Войдите, вы по записи? Валерия, нет, я не по записи, мы с вами насчет мебели договорились. А, Кирилл, здравствуйте. Вы, наверное, хотите замеры сделать? Приступайте. Да нет, я решил лично приехать и сказать, что у меня не получится выполнить ваш заказ, потому что у меня был пожар в мастерской, понимаете, у меня материалы и оборудование все сгорело. Очень жаль, я сочувствую. Давайте мы просто принесем сроки, ничего страшного. Я даже приблизительно не представляю, сколько времени может занять восстановление. Понимаете, мне не хочется вас подводить. Двойной капучино! Кирилл? Здравствуй. Так, мне пора. Я сама не понимаю, что произошло. Он пришел, отказался от заказа и... Кирилл! Что? Что? Почему ты отказался от заказа? Потому что это я порекомендовала тебя Лере? Ты сюда влезла, да? Впарила меня по знакомству. Ты не знаешь Леру. Ей просто так никого не впаришь. Получается, ты о работе своей врала. Хоть что-то вообще было правдой? Было. Что? Мое отношение к тебе, к детям, мои чувства. Не надо мне говорить про чувства, Рита. Да почему ты мне не сказала, что ты реципиент, Наташа? А как я должна была это сказать? Привет, у меня сердце твоей жены. Я просто знала, что я должна быть рядом с вами. Ну почему же должна? Почему? Потому что должна. Потому что вам... Вам нужна была моя помощь. Я должна была вам... Я тебе не верю. Я оплачивал аренду коттеджа своей картой. Значит, с кем-то он туда ездил? Может, с Наташей? Вряд ли он нам это расскажет. Значит, спросим у другого человека. Есть у меня один вариант. Хозяин в момент возгорания дома был нетрезв. Ну что ж, если эта информация подтвердится, мы можем ограничить отца детей в родительских правах. И я бы предпочла лишение. Он проблемный, будет все усложнять. Нет. Сначала ограничим, чтобы дети смогли проживать с вами на законных основаниях, а потом, займемся лишением. Ну хорошо, работайте. Я не могу ему рассказать, просто не могу. Почему? Хуже уже не будет. Лер, да потому что звучит это ненормально. Кирилл, я должна быть с тобой вместе, потому что после того, как мне пересадили сердце твоей жены, я вижу сны, в которых меня зовут твои дети. Он меня в дурку упечет. Ой, прости. Прощаю. Послушай. Чтобы ты знала, принудительное психиатрическое лечение давно отменили. Так что я тебе настоятельно рекомендую... Да поговори ты с ним, а? Он не станет меня слушать. Почему? Потому что он уже отказался от заказа из-за того, что мы с тобой подруги. Да он не знал, что ты здесь работаешь, пока сюда не пришел. И отменил он по другой причине, потому что у него там в мастерской пожар, что-то такое. Что? Пожар. Пожар? Да. А дети как, они не пострадали? Да я как-то не спросила, не додумалась. Лера! Алло, да. Миш, хватит. Мне скучно, я домой хочу. Да, вот так вот. Света! Я позже перезвоню. Мишустик, смотрите, что я вам принесла. Привет. Ух ты ж. Так. Светуля,
Это тебе. Спасибо. А вот это. Это моему самому-пресамому любимому мальчику. Тетя Вик, а когда мы поедем к папе? Я соскучился. Ну, пока не поедем. У меня поживете. Почему? Потому что у вашего папы сейчас кое-какие трудности. И он не может заботиться о вас так, как надо. Как может, так и заботится. Нас устраивает. Ну вот когда будет заботиться лучше, тогда мы с тобой поговорим. Я хочу домой. Пойдем. Света! Ну, у нас прям сегодня день открытых дверей. Я ненадолго, всего лишь несколько вопросов. Ну, хорошо, проходите. Присаживайтесь. Слушаю. Какие у вас вопросы? Наташа рассказывала вам про свою работу? Нет. На последнем месте она всего лишь пару месяцев проработала, так что не о чем было рассказывать. Правда, недавно начальник ее приезжал, соболезнования выражал. Через 3 месяца после гибели Наташи? Да. Кстати, он еще о каких-то документах спрашивал, которые якобы Наташа могла у меня оставить. А вы с Дмитрием Михайловичем знакомы? Ну, что вы можете о нем рассказать? Знакома, но только по работе. В принципе, я с его тестем сотрудничала, Коломойцевым. Mm-hmm. Да, конечно, если бы не он. Димочке пришлось бы упахаться, чтобы такую должность получить. Он, получается, всего лишь удачно женился? Ну, смотря что считать удачным. Говорят, Дарина – это дочка Коломойцева. Женщина весьма импульсивная и мнительная. Вспылит, мало не покажется. Я понимаю. Вика, скажите, у Дмитрия был роман с Наташей. Но мы точно знаем, что Дмитрий присылал Наташе цветы, что он оплачивал посуточно коттедж. Роман? У Наташи? Нет. Знаете, моя сестра была, ну, как бы это сказать, очень правильная. Ну, из тех, кто дорогу на зеленый свет переходит. Вечно пристраивала каких-то бездомных котят, щенят. Мусор сортировала. А какое это отношение имеет к роману? Она очень любила Кирилла. И не стала бы ему изменять. Я в этом уверена на 100%. Всего хорошего. Еще раз спасибо за разговор. А, подождите, я кое-что вспомнила. Где-то полгода назад я встретила Дмитрия с девушкой в ресторане. И это вам показалось странным? Ну, тогда нет. Это был день, я заходила, они выходили. Девушка, секретарша Дмитрия, Снежана. Вполне возможно, они просто обедали. Дмитрий Михайлович иногда очень любит играть в щедрого босса. Но после того, что вы мне сказали... То есть вы думаете, что он мог играть не в щедрого босса, а в щедрого любовника? Именно. Спасибо. Это правда важно. Миш? Миша? Миш, ты где? Миш? Миша? Тетя Вика! Тетя Вика! Миша, оставил, пропал! Что такое? Что случилось?
как пропал. Вот так. На детской площадке посмотри, я на улицу пошла. Миша! 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 Звоните папе и в полицию. Нет, 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 подожди. Давай сообщи в полицию, а папу пока не надо волноваться. Хватит уже! Да у тебя не получилось быть идеальной, переживешь. Никто не идеален, ни ты, ни папа. Что с детьми? С ними все в порядке? Зачем ты приехал? Дети были у Вики. Почему ты не сказал мне про пожар? А должен был? Тебя это не касается. Я вам могу помочь. С бригадой или с деньгами. Спасибо. Справимся сами. Послушай, неужели для тебя так принципиально, что это я реципиент, Наташа? Рит, для меня принципиально понимать, зачем ты вообще все это затеял. Мне снился сон. И в этом сне я... Извини. Да, Свет? Пап! Миша пропал. Как пропал? Куда? Ушел из квартиры. Нарисовал тебя и пропал. Свет, Светочка, не плачь. Все будет хорошо. Ты молодец, ты все правильно сделала. Мы его обязательно найдем. Я скоро приеду. Звоню в полицию. Что случилось? Миша пропал. Никто не знает, где. Извини, мне пора. Раз у Наташи не было романа, получается, дело в деньгах? Может, она сама выводила деньги, а Коломойцев или его зять узнали об этом и наказали ее? След бы денег остался. Не в чулок же она их складывала. Верно мыслишь. Она бы точно купила то, что себе не могла позволить раньше. Новые телефоны детям, себе какую-нибудь косметику, одежду. А у них ничего такого нет. Ни счетов, ни вкладов, ни покупок крупных. Получается, Наташа вскрыла эту схему вывода денег. Но кто их выводил и зачем? Я проверил. Постоянно она созванивалась только с родными и с Дмитрием. Но ему-то зачем воровать деньги в собственной фирме? Он же и так богат. Да, Рита? Пап, привет. Нужна твоя помощь. Миша Игнатов пропал. Он ушел из дома тети, его не мог найти. Заявление в полицию подали? Да, должны были. Понял. Я разберусь. Спасибо, папа. Светицкий. Внимание, розыск. Пропал ребенок. Игнатов Миша. На вид 4-5 лет. Приметы. Рост 110 сантиметров. Волосы русые. Стрижка под горшок. Глаза голубые. Миша! 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 Михаил! Простите, а вы мальчика этого не видели? Не видела. Спасибо. Миша! Михаил! Прошу прощения, вы мальчика лет 6 вот этого не видели без родителей? Нет, нет, нет. Спасибо. Миша! Миша!
Миша! Миша! Простите, мальчика не видели маленького? Вот этот. Нет, нет, не видели. Спасибо. Миша! Миша! Привет! Привет! Как же ты нас всех напугал? Чего вы боялись? Я же к папе пошел. А здесь ты как оказался? Решил на мамино любимое место зайти. Ты же обещала сюда меня отвезти. А потом... Папа сказал, что ты больше не придешь. Прости меня. Прости, что я не сдержала слова. Ладно. Давай я тебя домой отвезу. Давай, так быстрее будет. Как же хорошо, что ты нашлась. Мишенька, приедем домой, я тебе обязательно что-нибудь вкусное приготовлю, хорошо? Ты. Так всех напугала. Надо папе твоему позвонить. Я нашла его. Да, везу домой. Хорошо. Оп. Давай, садись. Все, папа твой уже тоже едет домой. Мы с ним там встретимся. Папа приехал. Мишка! Папа! Ну что ж ты делаешь-то, ну? Ух ты. Пожалуйста, не делай так больше никогда, понял? Папа, уже все продумал. И деньги на автобус взял. Ты мой дорогой. Но все равно не надо, ладно? Нет, не плачь. Я же сказал, что больше так и не буду. Рит, спасибо тебе. Правда, спасибо. Я очень переживал. Напугал ты всех, Михаил Кириллович. Я уже понял. Ах ты ж. Я просто сильно к папе хотел. Понятно. Кирилл, можно тебя на минуту? Да, конечно. Слушай, ты прости меня. Это я во всем виноват. Ну, что ты. Главное, что все хорошо закончилось. Понимаешь, я просто очень по ней тоскую. Мы ведь поссорились, когда перед тем, как она погибла. И... Светка с Мишкой, они мои единственные родственники. Я бы никогда... Ну, конечно, Вика, что ты. Ты всегда будешь частью нашей семьи, слышишь? Потому что Наташа это очень хотела. Спасибо. Рита! Пап, иди сюда! Рита! Рита! Что, сердце? Вика, звони в скорую! Да, сейчас. Состояние у тебя стабильное, ЭКГ в пределах нормы. Но на всякий случай до завтра останешься в стационаре. А завтра вы меня отпустите? А завтра, дорогая моя, мы сделаем еще одно ЭКГ, еще одно исследование, и после них решим. Все будет в порядке. Завтра узнаем. Рит, что ж ты все так не бережешь, а? Папочка, у меня просто был сложный день, я немножко перенервничала. Ну вот, чтобы ты успокоилась и отдыхала, получишь укол седативного. А ты что здесь делаешь? А вы что здесь делаете? Я к своей жене пришел. К бывшей. А я пришел к близкому человеку. Вы с ней тоже расстались? Мне Рита сказала. Так что давай иди отсюда! В больнице-то не ори. Я сам разберусь, что мне делать.
Слушай, поищи себе близких людей среди незамужних, хорошо? Я еще раз говорю, сам разберусь без тебя. Ну, хватит. Вы что здесь устроили? Рицу делите? Да вы оба ее мизинца не стоите. Вам вот эта дележка, кто тут главный, важнее, чем ее самочувствие. Как она? Рита спит. В порядке она или нет, узнаем завтра утром. Вы что, остаетесь? Завтра же только будет все известно. Уходи. Иди отсюда. Ты что, всю ночь здесь просидел? Я переодеваться уезжал, вроде не видел тебя. Да, всю ночь. Спасибо. Ирине? Пей, Ирине новый куплю. Вы меня извините за эту сцену у палаты. Это уж ты меня прости. Не прав я был. Не все так просто с гибелью Наташи, как все считали. То есть, вы что-то выяснили? Выяснили, что любовников у нее не было. И что Наташа как-то связана с исчезновением очень подозрительных договоров. Договоров? Ко мне ее начальник приезжал, Дмитрий. Подарки привозил детям. И тоже спрашивал про договоры какие-то. Так, 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 так. И? Я сказал, что никаких Наташиных документов не находил. После этого у меня же мастерская изгорела. О, какое интересное совпадение. Надо будет вашу мастерскую осмотреть. Угу. Я попозже заеду. Рита проснулась. Угу. Ты уже здесь. Ну что, маленький сбой из-за волнения? Похоже на то. Ну, вот замечательно, да? Ритусь, тут с тобой и поговорить хотят. Привет. Привет. Ирина Петровна, пойдемте. Нужно что-то уточнить. Как ты? Жить буду. Пришел спросить, почему я должна быть с вами? Нет, нет. Об этом позже. Я и так тебя обидел. Нет, Кирилл, я хочу, чтобы мы поговорили. Сейчас. Хорошо. Понимаешь, я на пальцах рук могу посчитать, сколько снов я видела за последние 10 лет. А после операции мне начал сниться сон. Там были дети, мальчик, девочка, и они были напуганы и звали на помощь. Дети? Тебя во сне звали мои дети, и ты нас разыскала. Я нашла вас и увидела, что вам всем очень плохо. И тебе, и Мише, и Пете плохо без Наташи. Да. Я пытался забыть. О смерти Наташи. Думать о детях, но ничего не получилось. И я поняла, что я должна вам помочь.
понимаешь, я жива сейчас только благодаря тому, что Наташа умерла. Я не могла с этим спокойно жить. Я должна была что-то сделать. Я сначала был против трансплантации. Я бы поняла, если бы ты отказался. Но сейчас я просто чувствую, что мое место рядом с вами. Я должна быть с вами, с тобой и с детьми. Вот и все, что я не могла тебе сказать. Я, может, теперь меня сумасшедшей называть? Я понимаю, я. Ты знаешь, я никогда не верил, что Наташа покончила с собой, потому что она очень любила детей, очень. Она бы никогда их не оставила по своей воле. Никогда. Риточка, я тебе очень благодарен. Ты снова сделала нас семьей. Ты. А я тебя люблю. Магазины закрыты. Купил у бабушки на остановке. Какой красивый букет. Спасибо. Я все обдумал, что вы сказали тогда у дома, что я стараюсь взбодриться, используя вас. Я рада, что вы меня поняли. Но вы меня нет. Я думаю о вас каждый день, несмотря на расследование, несмотря ни на что. Я. Николай Васильевич, я тоже вспоминала вас. Ирина Петровна, это правда? Да. С вами мне лучше, чем одному. Я, кажется, влюблен в вас. Ну и что же нам делать дальше? Наверное, сказать всем, что мы вместе, если мы правда вместе. Мы вместе. Так, подожди. Что значит не домой еду? А куда? Папочка, я хочу повидаться со Светой и Мишкой. Я очень соскучилась по ним. Да, да вы не волнуйтесь, Николай Васильевич. Я за Ритой присмотрю. Да и дети беспокоить не буду. Да, не переживай, со мной все хорошо. Я просто, правда, немножко перенервничала. Угу. Ну, в общем, я все с вами. Похоже, мне пора познакомиться с Мишей и Светой. Поближе. Заодно и мастерскую осмотрим. Бомба. Готовая еда. Можно с пониженным калоражем, можно с повышенным, ну, для набора массы. Угу. Так а в чем бомба-то? Ну, доставка дронами. Такого еще никто не предлагал. Очень интересно. Бизнес-план подготовил? Еще нет, но я уже все посчитал. И сколько один дрон стоит? Можно дешевые купить, китайские, $1600 за штуку. А сколько штук надо? 25. Для начала можно и 20. Но вы только подумайте, без пробок, без задержек. Значит, 20 дронов летают над городом-миллионником. Отличная идея, пап. Дима, хватит фантазировать. Работаешь на фирме и работай. Чего тебе еще не хватает? Денег мало?
Максим, сфотографируй это. Осколки? Угу. Сделаем. Кирилл, вы здесь ничего не трогали? Ну, вот конкретно до этого угла я не дошел. Стекло разбили снаружи, поэтому осколки внутри. Ну да, похоже на поджог. Интересно, почему этого инспектор пожарного надзора не заметил? Так это искать, возиться надо. Проще списать на пьянку, и все. Пап, идите в дом, я вам кофе сделала. О, спасибо. Пойдемте кофе пить. Самое главное, нигде нет этих договоров. Но их продолжает искать начальник Наташи. Да. Возможно, хочет замести следы своих афер, пока не узнал влиятельный тесть. Пап, доклей, пожалуйста, мои кончились. Да, сейчас. Папа, что это такое? Что, где? Вот это эскизы моих работ, фотографии. Папа, дай посмотреть. Да посмотри. Мишенька, пойдем со мной, посмотришь. Где клей-то, господи. О. Что? Ну, что Пап, такое? Есть какие-то бумаги. Что это такое? Это не то. Подожди. Ой, так вот же документы, Наташа. Миша, давай ты пойдешь, поиграешь в свою комнату. Так. Ну? Что скажете, коллега? Так, ну, фирмы разные, а подписаны эти договоры одним и тем же человеком. Крылова Снежана Ивановна? Да. Здесь есть копия доверенности. Снежана. Это не секретарь ли Дмитрия? Возможно. Так что мы имеем у Дмитрия начальника Наташи очень высокопоставленный тесть, с которым лучше не ссориться. И секретарь, который одевается явно не на зарплату. Который очень неформально общается с боссом. А босс регулярно снимает коттедж за городом. У Дмитрия есть два банковских счета. Общий с женой и личный. Последний пополняли налом. Ну вот и мотив. Ему нужны деньги на любовницу, о которой жена не узнает. Так, а при чем здесь Наташа, Николай Васильевич? Ну, Наташа, наверное, раскрыла эту схему и испугалась. Она, как главбух, отвечает за все финансовые операции. Наверное, Наташа, ну, попросила прекратить все. И что? Он ее за это убил? Я не знаю, но Дмитрий единственный человек, которому выгодна Наташа на смерть. Светочка, ты что? Ну, значит, она не покончила с собой. Нет. Значит, она не из-за нас. Нет, мы не виноваты. Пап, а как мы сможем доказать вину Дмитрия? Будем работать. Будем работать. Давайте побыстрее, скоро вернется моя жена. Мы много времени у вас не отнимем. Кажется, вы это искали. Да. Девочки в бухгалтерии сказали, что пропали какие-то документы. Я им верну. Уверен, что не вернете. Вы не нашли папку в доме Игнатовых. И кто-то поджег их мастерскую в тот же вечер. Совпадение. Кривица Александр Олегович, 93-го года рождения, дважды судим. Последний раз за поджог фермерского хозяйства в процессе спора за землю. Ваш водитель, тоже совпадение? Какой ужас, я не знал этого про Сашу. Саша сейчас беседуют наши коллеги. Степень вашей осведомленности о его подвигах мы скоро узнаем. И мы уверены, что Саша поджег мастерскую Игнатова по вашему указанию. Вам пора. Рассчитывали, что документы сгорят вместе с домом, и ваш тесть ничего не узнает? Что именно я не узнаю? Что ваш зять ворует у вас деньги. Зачем мне воровать? У меня все есть. Теперь вот и у нее все есть.
этой папке фиктивные договоры. По ним выводили деньги из вашей фирмы. Договоры подписывал ваш зять, а со стороны получателя денег его секретарь. Ну, дорогая, я все объясню. Закрой рот, сволочь! Дариночка, хочешь, я уберу его отсюда? Хочу, папа. В трусах и носках. Потому что все остальное мы ему купили. Об этой схеме узнала бухгалтер. Похоже, она пыталась прекратить воровство. Она погибла. Дети осиротели. Единственный человек, кому была выгодна ее смерть, ваш зять. Я ни при чем. Я не виноват. Это последнее предупреждение. Я не хотел, это была случайность. Я ее нечаянно толкнул. Она узнала про нас со Снежей и угрожала, что все Дарине расскажет. Ах ты тварь. Я надеюсь, вы его посадите? Бедные дети, пап. А мы можем что-то для них сделать? Конечно, можем. Что там у Димы есть? Две машины. Часы. Часы. Продадим, а деньги сиротам. Диме уже ничего не понадобится. Меня заберете? Я тебе заснежу. Ну-ка, налетай. Добрый день. Николай Васильевич. Кто не знаком? Это Ирина, моя невеста. Папа! И сразу к хорошим новостям. Дело Наташи передали в суд. Обвинительное заключение готово. Ждем приговора. Отлично. Это хорошая новость. История окончена. Нет. История только начинается. У нас с Кириллом тоже есть новости. Мы решили, что будем жить вместе. Поздравляю! Спасибо. Ну что, ну что, налетай! Давай. Так, сейчас мы что-то там крутим.